Кандагаре, короче, его до сих пор помнят. Такой не забывается, блядь. Не. Или такие не забываются. А что, может, тебе там это, шматульку какую надо прикупить там, майку? Нет? У нас шматульки секонд-хенда только, блядь. А. Это, ношем все ношеное, ебем все брошенное? Ну, типа того, блядь. Сука, ни разу не попадал на новые, блядь. Второй или третий, блядь. Ну, судя по отзывам, блядь. А там, может, и 33-й, хуй я знаю. Ну, слушай, это второй, третий, это тоже, ну, это результат. Место какое-то, да? Да, блядь? Да. Вот как, призовое, как в Олимпиаде. Потому что, знаешь, когда это ты узнаешь, что ты, допустим, там 638-й, то... Ну, это вот тоже уже хорошо, ты не 637-й, 638-й, ой, 9-й, блядь. То есть до 1000 это, в принципе, еще приемлемо, блядь. Вон два брата акробата. Ну, блядь, видно, что, блядь, в деревне Биберево, блядь, все бухают. Ага. Ой, как это называется? Ну, я лесочки понял. В нашем, блядь. Ага. Круто, круто, круто. Народу не пропихнуться, короче, вот там были где-то в заряде, да. Это просто шляпа, просто шляпа. На всем протяжении то, что вот мы гуляли, ощущение, что ты находишься в метро в час пик. Понял, вот прям вот вплотную, все об тебя трутся, все ходят, задевают, соответственно, скорости, это возбуждает, скорости, да? Нет никакой, ну не то, что возбуждает, но если когда бы они... трутся об тебя. Не, а если бы они трогали в нужных местах, знаешь, а то за плечо, то, блин, там, так за локоть, там. Не знаешь, как тереться, что ли, сам. Не, а я подпрыгивал такой, не получается. Бабы такие, или ты мужиков тут терся? Вот. Не, я баб больше. Вот. Я старался уворачиваться от мужиков, там и мужики пытались потереться. Я тебе не рассказывал, как мы на футбол с товарищами ходили? Ну, да, 90-е годы. Не, и что там? Спартак ЦСКА, блядь. Мы распевали, нас забрали в ментовку, нахуй. Угу. Ну, знаешь, да, где метро Спортивное, там, да, в Лужнике? Да. Угу. Отвезли нас на метро Фрунзенское, блядь. Еще тогда не УВДшки, а отделения были. Угу. Вот. Хуйлык, блядь. Стоим, набили весь обезьянник, нахуй, как этих, блядь, сусликов, блядь. Успеем или нет, или во двор уехать? Я думаю, успеем. Если вот такие мудаки бы, блядь, не поворачивали, блядь, не едет ему прямо, ебаный ты рот, блядь. Этот тоже едет, улыбается. Вот. Стою, нахуй, вот так вот сел, стоим, нахуй, друг на дружку. Смотрю, что-то у меня сзади, блядь, по жопе, блядь, трется, нахуй. А? Бля. Как, подожди. Да. Блять, я раз смотрю, бля, ну, может, кто-то задел, блядь. Глаза открываю, нахуй, он, бля, в две руки меня за жопу, бля, и чувака впереди, ёпты. Ага. А передо мной товарищ стоит мой, Виталик Соболев, бля. Я говорю, пидор, бля, а он невысокий, коренастый такой. Прям такой, знаешь, разворот на 360 градусов. Въебало ему. Тьф, прям мимо меня, блядь. Есть, блядь. Знаешь, место появилось, блядь. Его прям туда, где все ссут, нахуй, загнали, отпинали. Прикинь, нахуй. Пидор, блядь, сраный, блядь. Угу. В две руки меня за жопу, еще пацана впереди, блядь. Какой-то. И менты, блядь. Карпов, Соболев, на выход, нахуй. Вы свободны. Да, мы на второй тайм даже успели. А, они, наверное, отсеивали голубых. Ты нарушаешь правила на дорогах? Я стараюсь не нарушать. Я тоже стараюсь, ну, вот. Но бывают ситуации. Бывает, да. Если такое бывает, я стараюсь, чтобы я никому не мешал. Ну вот, мы сейчас вот ехали. Я, в принципе, нарушил правила. Я не с того ряда повернул. Ну, блядь. Да, и ушел сразу влево. Да. Ну, я помню. Ну, блядь, ну что, если они тупят, тупорылые, блядь?
Не, я увидел, что ты прям жестишь вообще. Не, не люблю. Я бы, конечно, тебе сказал бы прям, это, блин, Лех, перегибаешь палку. Не люблю беспредел. Вот, да, нарушить можно, но никому не мешает.